Это востребован мотоцикл? Это новый мотоцикл, потому что 600 кубовых не было. Были самые крупные 400-ки. Хорошо. Что тут свое? Свое дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей. Значит, ничего своего. Комплектующие. Но мы делаем мелкоузловую сборку. Это тоже работа. Фара чья? Фара китайская. Фара. Щитки. Щитки тоже. Двигатель. Двигатель китайский. Китайский. Да. Ну, локализации здесь нет. Завтра санкции ввели, закрылось производство. Как будешь производить? Если закроется производство, то мы тогда начнем делать щитки. Я знаю, как вы начали. А пресс-форму где возьмешь? Сделано. А 30 тысяч где на пресс-форму возьмешь? А сколько времени, чтобы сделать? Если закроется, поменяется конъюнктура. Чья резина? Резина та же. Китайская. Да. А у нас что, нет завода? Есть завод. Но вот мы сегодня применяем, допустим, Александр. Значит, это твое предприятие? Да. Имею в виду, ты знаешь, о чем я говорю? Понятно, нечего смотреть пока. Это не работа. Эта работа никому не нужна.